Йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. И мы играем с вами на пианинка, так сказать. А потом мы сходим с вами. А мне интересно, через верх попасть туда, когда можно или нет. И нужно посмотреть, можно ли убрать шлем. Потому что я хочу видеть свою девчонку волосами. Ой, ваншотчик. О, очень хорошо. Сталь. Это с инфой, да? Смертельная игра в кошки-мышки с монстрами вынудила меня отступить. Но бегая через сад, я заметил, что в синем сундуке, который я как раз уже обчистил, появился новый предмет. Как он мог там оказаться? А, так вот оно чё. Теперь понятно, почему у меня в сумках вещь появляется. Ой, тихо. Чё-мо. Архивы, демоны. Полтергейст, гаргулья. Заган. А демон, принявший форму коровы. Лунная фея. И рыцарь с буэрами. Демон-рыцарь, который бросает буэрами. Хороший рыцарь. Хороший рыцарь. Нечего сказать. А если... Ой, кто-то подо мной рычит там. Что-то это не пугает. О, секретная стена. Зайдем немножко попозже стоять. Время вздыхать. Смертельный крик. Порадуйте врагов вокруг леденящий и носящий урон криком. Пусть емкость. Походу, это снизу мне нужно будет прокопать. А так я могу подожди сломать? Давайте я сюда пойду. Блин, ну мне нужна мана, потому что там сейчас будет много врагов. Даже тот же призрак. Хотя я могу с призрака пробежать. Опять. Ай-яй-яй-яй. Это плохо. Что это за бред? Я в текстурах застрял. Да уж. Это нихера не круто. Это вообще нихера не круто. Круто. Как мне туда попасть? Обычным способом я туда не попаду, да? Найс, я понял.
Сейчас мне туда не попасть. Окей, возвращаемся. Возвращаемся и пытаемся не сдохнуть. Архивы. Аламетели. Направляйте с собой так, боевой дух в клинок, а затем пускайте его. О, найс. Сохраним сюда. Не знаю, нужно мне было сюда бежать так рано или нет. Перед в эту сторону. О, мужик с лопатой. Это ж этот, слышите? Новый уровень. Стоять. Архивы, демоны. Обезьян. Обезьян-убийца не... Так, не знающий, что такое жалость. Ага. Дикарабия. Демон... Повелевающий звездами, хорошо разбирается в драгоценностях. Лопатник. Это из этого. Рыцари лопатник. Игра есть. О, как она называется? Короче, вместо меча у рыцаря лопата была. Вообще я не помню, как она на самом деле называется. Голову было. Давайте вниз сейчас схожу. О. Максимум хп. Опять не нужен слот. Нет, может быть потом оно как-то будет полезно. Но сейчас я думаю, это не так. Дэмэджа это не так уж много. Ладно, мне нужно мана. Много дэмэджа нужно нанести. Ну, чтоб я здесь не сдох. Большое падение. Возвращаемся. Что у нас там, где водопад? Логично. И здесь сундук. А критическое кольцо? А кольцо увеличивает вероятность критического удара. Может, раз это и есть критический удар? Возможно. Так, но мне уже отсюда типа не выбраться. Как бы то ни было. Мне только прямо. Чем-то закончится. Видите, это будет так. Еще одна сохранялка. Сейчас быстро пробегу вниз, потом сюда вернемся. Сначала по низу.
Ай-яй. Ай-яй. Больно. Только летучие мыши. Так, ну я плавать не умею, поэтому... Да. Поэтому возвращаемся этим наверх. Ага, есть кристалл. Призыв лопатника. Так, призовите рыцаря с лопатой и отправляйте его на врага. А ну-ка, давай попробую. Сколки. Призыв лопатника. А, и все. Я думал, он типа этот. Ну ладно. Ой, почти зацепил. О, этот немного... А, нет, это тот же. А, ты что, моё? Немножко упал. Чё, то с стороны? Призыв лягушки. Жаба вперед! Выпускайте жабу и выброшу направление. Глазик. Так. Стальное снаряжение. Окей. Да, застряем я сейчас в текстурах, и все будет GG. Полетели. До свидания. До свидания. Ясно, возвращаемся. Столько дамага получить. Здравствуйте, да-да. Так, нужно уметь. Ну это плюс опыт, поэтому... Ничего не знаю. Ну, 400 хп. Меньше 400. Плюс глазик. Yeah!
открывать. Это норма. Такой норма, поэтому мне норма. А там сверху подъема нигде нету. Хорошо. Тихо. Изумруд. Изумруда я могу кольцо сделать. Из изумруда можно сделать колечко. Так, я могу туда пойти, хорошо. А если я пойду наверх? Слева можно прыгнуть. Лучше получить урона от летучей мыши, чем получить урона самфир. Опа, еще получается. И рубин, и самфир. Найс. Очень хорошо. Ах, ты ж ё, нихера себе тут проходов. 4 прохода. Давай сюда. Понял. Понял, принял. Здесь. Понял, принял, побежал. О! Я не понимаю, это деньги или нет? По сути, это должны быть деньги. Как-то ходок. Кольцо увеличивает силу атаки пропорционально тому, какой процент карты вы открыли. Нихера себе. Силу атаки пропорционально такому же проценту. А если я карту на 100% открою, значит и урона будет на 100%. Круто. Стоп. Ну нет, ничего такого. Ладно. Как мне попасть туда вниз? Вот сюда. Вот сюда. Тихо. Походу, там мне нужно пролететь с помощью чего-то. Ясно. Полезли тогда обратно вверх. Жаба вперед. Название такое. Жаба вперед. Мне главное, чтобы меня хила охватило. Отсюда. Бля, я не знаю. Давайте, наверное, пойдем в эту сторону. Она очень быстро ёрзает. Хорошо, макс хп и плюс изи полный хп, это отлично, это очень хорошо, потому что мы сейчас пойдем в другую сторону. Так, тут секрет есть? Нету, значит вниз.
приехал. Изменение голоса. Все хорошо. Все хорошо. Радиус нужно. Так, хорошо. Снаряжение. 11. Такое. Изменение голоса. Маска создает так, изобретателем шалуном. Искажает голос носящего. Ха. А давайте попробуем сейчас. Типа маска хомяка. Ясно. Нафиг надо. Покатухи. Едьте дальше. Осколок спутника. Сила маги призывает вам спутника, не расходует ом. Спутник, мол... Что там, бесконечное? Глупые глазики. Походу, да. Какого фига? Ладненько. Стой, не, давай до конца наверх. То, что у меня теперь спутник есть, это прикольно. Главное мне теперь не забывать, где враг, а где нет. Новый уровень. Сейчас посмотрим, куда я приеду. Куда меня это приведет? 15 урона. Нормально. Тут ничего нету. Типа я что, зря еду? Окей. Походу да. Но зато на этих хренях можно фармиться. Довольно неплохо. Довольно неплохо, я вам скажу. Это скорее всего сокращение пути, да? Это сокращение пути. Это сокращение пути. Только знаете теперь, какой у меня вопрос? А куда мне идти? Но плавать я не могу еще. Круто. Да уж. Куда мне идти?
А наверх это там, где мы дрались. Здесь я все пролетел. Вниз там мы падаем с водопада. Справа наверху. Мне нужен телепорт. Ладно. Сейчас нормально доберемся туда своими ручками. Не, ну вот это на самом деле сильная способность. И вот эти монетки даются, может это... Я узнаю. Мало дают. Мало дают, поэтому пусть знает. А, я в тупик шел. Прелестно. Прелестно. Ну, ладно, мне дают какие-то быстрые непонятные монетки. Сфера, монетки. Отлично. Не, ну питомец типа наносит такой малый урон, но это малый. А, так я могу его на обманочку брать. Ну ладно. Что выпало? Мока парей. Мока. Парей. Так, вниз телепорт наверх. Непонятно. А, мне дают по 10, а это по 5. А я думаю, что за фигня? Тут еще макс хп. Ладно, возвращаемся. Я наверх залезу со сундуком. Но она теперь не дает к себе подойти, поэтому... Сейчас бы не прыгать. Он мало вносит, питомец. Целебный предмет. Рецепт. В смысле эти? А, тебя это тронуло. Fuck you. Короче, сундуки восстанавливаются при сохранении, наверное, на этом стуле. Максимум 500. Окей. Дух. Призыв обезьяна призывает призрак обезьяны и отправляет его на врага. Плевать на ПК, я просто бегу дальше.
зелье, хорошо. Босс? Нет. Три прохода. А давай наверх сначала. Потом по-быстрому. А, мне, в принципе, сюда и нужно. Это проход в next локацию. Да? Какой-то механизм там работает. Башня драконов-близнецов. Я не хочу туда идти сейчас, но я туда пойду попозже. Телепорт у нас туда есть, то нормально. О, и сохранение есть. А знаете, а если в таких вот местах... Можем на этом закончить. Давайте на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.